Нет, мама длинные ноги за мной бежит. Спасите, помогите. Мне очень страшно. Что за мам-коробка? Нет, мама длинные ноги. Вот так тебе. Все, мам-коробка. Эта мамочка длинные ноги может смотреть наверх, вниз. У нее опускается сразу и шея с головой, и сами глаза. Также она может смотреть налево и направо. Поворачивается голова с шеей и глаза. Вот так может смотреть кого-нибудь. Хоп, могу на тебя посмотреть, а могу на Бабуфтер или на Кримсона. Всем привет, добро пожаловать на битву строителей. По вашим многочисленным просьбам, сегодня мы будем строить мамочку длинные ноги. Напомню, что суть битвы строителей заключается в том, что я говорю подписчикам, что они должны построить, и они строят это за 2 часа. Если под этой битвой строителей мы наберем 2000 лайков, то на следующей битве мы будем строить кролика Банза. И как всегда, начинаем строить после старта салюта. Сейчас мы будем наблюдать за результатом первых 10 минут. И первый, кому я пришел, это Кримсон. Так, привет, Кримсон. Ага, я уже знаю твой ответ. Вот этот крутой смайлик. И что же ты сделал за первые 10 минут? И какой же у тебя прогресс? Довольно красиво. Кримсон включил свои крутые мозги и начинает строить в своем очень крутом стиле. Когда он строит в этом стиле, у него получаются очень красивые модели. Ну, у Кримсона за первые 10 минут даже очень хороший прогресс. У него очень много времени, у него почти готово тело. Ну, посмотрим, какие ты будешь делать механизмы еще. Ладно, я пойду. Короче, ты со мной в чате общаться не будешь, да? Только вот этот смайлик все за тебя говорит, да? Кримсон. Кримсон. Кримсон! Пум. Hello, мистер English. У нас сегодня иностранец. И what you do? Hello. Я что, даже hello неправильно говорю? А так-то иностранец строит сферу. Дальше у нас черная команда. Так, тут у нас Бабуфтер и то есть еще один лис. Квадратные ножки, круглые ручки. Ну, пока что непонятно. А, это другое. Это я создал, чтобы для цветов, чтобы я цвета мог определять. Это для тела, а вот это для ног. Ну, точнее, для ног и рук делал. А вот это вот уже будет часть ноги. Итак, мы начинаем смотреть результат построек за вторые 10 минут. То есть уже прошло 20 минут общего времени. Иностранец, hello, I'm from Russia. После офигенного разговора с инглишем можно посмотреть постройку. Тут имеется сфера и наверху очень красивая, но странная форма. А теперь посмотрим, что получилось у Кримсона. Так, вот Сондра значок и после него можно смотреть постройку. И он делает всякие скосы и типа того. Ну, вот такая вот у него странная форма получается. Да, я даже не знаю, какую тут деталь сказать. Я... Извини, по решеточной не понимаю. Они на своем решеточном языке болтают, который я не понимаю. А где Бабуфтер живет? Я в черной команде. Но я спрашиваю, в каком городе? Шутка. Так, получается, ты делаешь ногу, и она получается весьма красивой. Типа под наклонами всякими. Это довольно красиво выглядит. Ну такая нога, именно форма сама очень прикольная. Ну, думаю, 20 минут это стоило того. И думаю, мы будем снова наблюдать прогресс через 10 минут. И сейчас мы будем наблюдать... результаты построек за следующие 10 минут. Уже прошло, получается, в сумме 30 минут. И, как вы поняли, мы начинаем с Бабуфтера. Ну что ж, привет. Привет. О, первый лис, который разговаривает. Ну, второй раз. Так, что у нас там в чате? Аха-ха-ха-ха-ха-ха. Со смеху хочешь. Кого? Ахаха, это чё? Какая-то. Это чё? Палка, палка. А где она? А у есть палка? Ну, да. Мне кажется, нет. Шо, блин? Я могу тебе нормальную переписку сейчас. Давай, скинь. Со смеху
помирить хочешь? Кого? Ахаха, это чё? Хрень какая-то, это чё? Палка-палка, огуречек? А где она? Получился человечек. А у огуречика есть палка? Ну, наверное, да, мне кажется, нет. Шо за, блин, стихи? Короче, у бабы вчера тут к ноге у нас прибавилась вот такая вот сфера. Это типа тело самой мамочки длинные ноги, но, как мы знаем, тело мамочки длинные ноги состоит из двух частей. Сферы и вот такого сердцеобразного сердца. В принципе, логично. И ты сейчас этим как раз таки занимаешься. Ну, я пойду в следующую команду. Так, полетели тогда к Кримсон. Встречает наш его крутяцкий смайлик. Так, что у нас изменилось у Кримсона? Ну, я так понял, Кримсон все это время занимался вот этой квадратной рукой. Ну, в принципе, неплохо, потому что такую форму довольно сложно сделать. Нит ее сделал довольно быстро. Почему квадратная? Квадраты не допускаются в битве строителей. Ты что, о таком не слыхал? Лень. Да я тебе... Короче, ты будешь упущен на шорму. Полетели как Инглишу. Hello, I'm go to your base. Помер. Ай. Help me, please. Окей, what you do? О, теперь я понял, что у него за цилиндрик. Это сфера для, получается, тела. Там еще одно тело. И вот это единственная мамочка длинные ноги, которая стоит на ногах. Не на четвереньках, а на ногах, на двух ногах. Как человек, как я. Как вот этот иностранец. И сейчас он начинает делать голову. Это очень круто. В принципе. И думаю, мы будем снова наблюдать прогресс через 10 минут. Я буду начинать смотреть. У нас тут сначала будет Бабуфтер, который добавил как раз вот это сердечное сердце. И также добавил вторая нога. Ну, в принципе, думаю, неплохой результат. Ты неплохого результата добился. Так, дальше я там вижу уже крутая мамочка, длинные ноги у нас у иностранца получается. Но я сейчас иду к Кримсону. Так, Кримсон сделал одну руку, и за это все время он сделал вторую, ну уже не руку, а ногу. Вот так выходит, и такие наклонности, и тут ботинок. Ну, очень даже красиво. Ну и также сейчас, наверное, вторую делаешь руку, и потом еще что-нибудь. Ну, эти формы довольно сложно делать, типа вот эти наклонности, углы. Именно у мамочки длинные ноги, вот эти все части, это довольно сложно делать. Я сейчас пойду к иностранцу тогда. Так, у него, получается, добавилась такая голова. Такой цилиндрик. Там отходят такие волосы. И еще одни такие волосы. Ну, пока что еще в процессе. Думаю, он еще сделает руки, может, даже механизмы. И это будет круто. Так, иностранец мне написал, что еще и начал делать механизмы. Так, ну и последний участник, он у нас, так сказать... Только что зашел, начинает делать только цилиндр. Ну ладно. Я думаю, мы вернемся тоже через 10 минут. Ну, ты, получается, просто добавил две руки, так сказать, или ноги, это же, мама, длинные ноги, но только эти уже подлиннее, чем вот эти. Типа, ты не просто скопировал, ты еще там что-то поменял. Так, сейчас мы заходим к нашему новому участнику, который нас недавно начал строить. И он строит уже сферу и подъем наверх. Ну, типа тоже, да? Я думаю, эта мамочка длинные ноги тоже будет в стоячем состоянии, типа... Ну, как у иностранца того, к которому мы как раз-таки прямо сейчас летим. Кстати, вот что сделал. Он делает, получается, руки отдельно вот от тела. Типа он к ним сделает механизмы. И, как видно, у него стоячая мамочка длинные ноги. Ой, это что за, блин, волосы? Прикольные. О, ну он на них шарниры ставит. Ну да, что-то будет у него механическое. Сразу видно. Это круто, кстати. У него она довольно большая получается. Смотрит вперед. Ну и есть еще мамочка длинные ноги от Кримсона. Почему мамочка длинные ноги? Можно сказать МДН. МДН, все. Смотрим МДН. Блин, странно звучит. Смайлик. Думаю, Кримсон, тебе его нужно сменить. У Кримсона здесь, получается, две руки. Он их, кстати, делал не просто копировал, он их по-разному делал. Эту так сделал, эту по другими наклонами сделал. Или он их дюпнул, даже не видно. Поэтому надо написать комментарий. Так, ну тут первая нога, сейчас, думаю, вторую ногу добавишь. А мне интересно, какие ты будешь механизмы делать? Зе. По-английски или шуточно, не понимаю. Я сам не знаю, наверное.
Первый, кому я прибегу, это будет Бафтер, который строит голову мамочки длинные ноги. Тебе не кажется, что эта голова какая-то маленькая? Ну, мне тоже казалось, но нормально. Вроде как там в оригинале она такая, вроде как. Но она вроде тоже... Да, вроде как. Вроде, именно вроде. Ну, мне кажется, не такая. Это, представь, это она должна тебя съесть. Даже не тебя, а меня. А я больше тебя. Если ты лисом будешь. Вот она может меня. Ой, блин, ладно, отмазался. Так, у нас тут Фокси строит мамочку длинные ноги, которая будет стоять, а не на четвереньках, на ногах. Тут, получается, будет сфера, и тут сфера. А пока похоже на пончик, или кто-то взял базуку и прострелил тело мамочки длинные ноги. Теперь можно проходить. Голова где? Ладно, я пойду, наверное, дальше. Дальше у нас будет Кримсон. Чё, смайлик поменял, не поменял? Ой, блин. Да, обидно, обидно. Кримсон решил... Не достраивать вторую ногу и сразу строить голову. Ну что, красивый волос, мне кажется, да? Что-то мне кажется, как-то странно стоит все это. Но если добавить еще одну ногу, наверное, будет нормально. Ну тут, в принципе, все хорошо. Ну что ж, голова в процессе. А я пойду, наверное, к иностранцу, который там что-то делает. Что тут у нас у иностранца? Так. Мне кажется, это что-то разваливается. Ой-ой-ой, он что-то делает. Нет, голова, мальчики, длинные ноги. А, получается, тут расставил шарниры на ногах, на руках. И пока что, типа, занимается механизмами. Но почему не головой? Да уж, крутая мамочка, длинные ноги. Иди, упала мама, длинные ноги. Так, вот и... Она. Только не касайся ее. Ладно, не касаюсь. Ну давай посмотрим, что у тебя за Геракл получился. Точно механизм не будешь делать? Ты, кажется, голову какую-то маленькую сделал. Ну ладно. Ну еще времени довольно много. Получается, тут ноги с вот такими вот скосами, они полукруглые. Также тут имеются такие вот ладошки. Тут у нас, получается, имеется такая вот сфера. Типа первая часть тела и вот второе сердечко. Вторая часть тела. Также тут имеются руки, голова с лицом. Правда, что-то там немножко маленькое получилось. Ну ладно. Так, а теперь я ее расфиксирую. Правее длинные ноги. Стой, не трогай, нет! Нет, мы же лицо, глаза не посмотрели. О, какие красивые глаза. Так, глаза у меня смотрел, да? Ну, нет. Ну, я бы и такие же и сам сделал, потому что по картинке там так вижу. А, ну ладно, тогда. Ну, глаза, да, нормально. Ладно, я пойду сейчас к розовой команде. Что у него тут за огромная мама длинные ноги получается? Хеллоу. Ну, тут видно, есть механизмы, потому что такие вот разъемы явно... Не просто так. Тут у нас такая сфера. И вот такая вот сложная форма, которая втягивается в тело. И также вот тут немножко расширяется. Тут цилиндр, волосы, глаза, камера и рот. Также есть ноги. Они тоже тут цилиндры. И вот тут такая красивая форма. И вот такие руки с тремя пальцами. Да. Так, давай попробую поуправлять. Там внутри есть кресло. Ты уже, наверное, даже механизм сделал. Так, что же может... О, мамочка умеет падать и также перемещаться. Тут, кажется, шарниры. Да что ты падаешь? Вставай. Круто ты встал. Вставай. Stand up. Он ногу вывернул. Get up. Поднимайся. Ну, тут, получается, вот такие вот подвижные руки и подвижные ноги. И, конечно же, эта мама длинные ноги очень любит падать. Надо было эти поры поставить. Да. Тут везде, получается, только на шарнирах. Никаких сервоприводов нет. Только вот так двигаются руки и ножки. Две мамы длинные ноги дерутся. Кто победит? Уф. Ой. Куда полетел? Давай один на один. Кто победит? Огромный гигант или легкий, но быстрый? Я его повалил, я победил. Ой, блин. Я его просто шатаю. Такой маленький, блин, такой. Оп, хоп, ой, все, тебя поймали. Так, ну что ж, я, наверное, к Кримсону пойду, да? Кримсон, точно не мне, да? Уверен? Ну ладно. Что у тебя тут за продвижение? Ты начинаешь делать глаза, вот у тебя две ноги, первая, вторая, и также две руки, но мы их уже смотрели. Что тут изменилось? Ты добавил тут такой блок, и сейчас начинаешь делать глаза. Ну ладно. Ты, получается, за эти 10 минут доделал вот эту ногу полностью, и сейчас делаешь глаза. И все, да? А все остальное время лис вкусно кушает. Ну ладно. А, кстати, я у одного не посмотрел. Ладно. Что у нас тут за снеговик получается? Мамочка длинные ноги в виде снеговика, наверное. Тут нога первая, и, думаю, вторая нога сейчас будет.
Тут тело, еще одно тело и голова. Ну ладно, тебе еще, наверное, много чего делать надо. Новый год, да, много еще прогресса нужно. Да, да, я уже иду смотреть, что там получилось. Первый, ну, смотри, кому... сразу у меня. А, давай. Что у тебя изменилось? Ну, я, значит, добавил, чтобы... Ну, короче, он будет... Я делаю механизм, в общем. Ну, понятно. Теперь оно будет ехать, и ты тут разъединил, чтобы ноги двигались. Ладно, делай, я пока пойду к Кримсону. Кримсон, что у тебя тут изменилось? Я уже иду. О, мне кажется, он же там лицо делает. Так, ладно. Ага. Ой, блин. Супер мега страшно вообще. Глаза вот такие вот. И рот, блин, вообще страшно. От лица очень много чего зависит. Ну, думаю, ты продолжаешь делать это страшное лицо. Я пойду, наверное, дальше. Дальше у нас розовая команда. Так, дальше. То, что только 10 минут назад было снеговиком, уже не снеговик. Уже добавились волосы и окрас. Ладно, я пока пойду. А, я уже всех посмотрел. Время строительства заканчивается, и мы начинаем смотреть, что за мамочки у них получаются. Так, что тут у него? О, он полностью изменил механику своей мамочки длинные ноги. Теперь она у него не стоит, а на четвереньках ходит, как это, в принципе, и должно быть. Типа вот он руки вперед поставил, и все. И он убрал эти шарниры. Ой, теперь оно только вот так катится. А, я, кстати, знаю механику для этого. Как ходить без ходьбы. Можно просто нажать на две клавиши и перемещаться. Из внешнего вида тут вот эта красивая форма. Ну, тут туловище очень красивой формы. Также вот тут сфера. Ну, и вот такое лицо. Кажется, довольно нормальное, красивое. Вот такие вот руки. Да. И вот такие вот ноги. Так, сейчас я протестю. Can you give me a control, please? Так, вот я залез в эту мамочку длинной ноги. Может, пока отойдешь? Mm-hmm. И получается, у нее, кстати, есть механизм? А. Она может летать. Блин, странно. Ну, декора тут много. Правда, из механизмов только то, что она летает. Ну, в принципе, можно даже ей походить, если определенные клавиши нажимать. Сейчас я попробую. Так, сейчас я у нее попрошу режим общего строительства. Кое-что сделать надо. Я, получается, включаю на маленькой скорости. И можно еще вот так... двигать, и получается как ходьба, хотя, а как вперед, у меня только назад получается идти. Мамочка длинные ноги, которая может бежать назад и также атаковать неприятелей. Let's do a battle mommy long legs. Ой, там еще Кримсон прибежал. Не бейте без оружия. Все, захват, за шею. Да, я ее за шею. Ой, я ей в живот прям пырнул мою ногу. Он говорит, это муравьи. Скажи ему, чтобы он коллизию живота выключил, чтобы я выехал. Не, все, он тебя поймал. Так, что тут у Кримсона получилось? А, он Кримсон просто взял и на тортик одел свою мамочку. Что же может твоя мамочка, Кримсон? Тоже просто бегать. У всех NPC получились. Ой. О, огромная мамочка, длинные ноги. И тут такая маленькая. Ай, меня-то не трогать, я же камера. Можно его так в ширинку, вот смотри. Вот это у него большая, у меня средняя, у Кримсона маленькая. Давайте каждую длинную ноги мамочку распилим, как в самой игре. Так, первый, кого распилим, будет Кримсон. Нет, мама длинные ноги за мной бежит. Спасите, помогите, мне очень страшно. Что за мамка рубка? Нет, мама длинные ноги. Вот так тебе. Все, мамка рубка. И где мамка? Нее... Так, давайте следующую маму. Опять что? Давай-ка ее окончательно убьем. А как Кримсон? Ладно, давайте, кого еще мамочку будем взрывать? Давай твою. Мамочка длинные ноги. Опять за нами бежит. Вот, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прячемся, давай сюда. Где эта мамочка длинные ноги? Вроде бы не видно. А, нет, она сюда заходит. Ну как ты заходишь? Тебя уже тут разрубили. Дверью прибили. Ай! Ты где? Я тут нажимаю на рычаг. Я тут. Ай! Ой! Ой! Что с. Вот вниз смотри. Вот вниз. Тут я спали. А, нет. Ой. Так, сейчас я покажу лицо мамочки длинные ноги, наверное, и все. Эта мамочка длинные ноги может смотреть наверх, вниз. У нее опускается сразу и шея с головой, и сами глаза. Также она может смотреть налево
и направо. Поворачивается голова с шеей и глаза. Это были все функции. Вот так можно смотреть на кого-нибудь. Хоп, могу на тебя посмотреть, а могу на Балфтер или на Кримсона. Ладно, все, наверное, мы будем заканчивать битву строителей уже. На этом мы будем заканчивать эту битву строителей. Всем спасибо за участие и всем пока.